Всем привет! Сегодня уже наступило 18 августа. Вот сегодняшний урожай. Какие перцы собрал? Уже прилично. Но это, конечно, маленькая доля. Надо все равно понемножку снимать, чтобы остальные созревали. Ну и обрезка, конечно. Сегодня уже начал обрезать перцы. Да. Чуть-чуть увеличим. Вот это вот у нас 7-pot бежевый. Его все как бы, видите, подсветка работает, и рука естественного цвета, а вот он желтый становится, но он не желтый, он бежевый. Вот он, бежевый цвет. Это не 7-pot белый. Бежевый цвет. Тем более там один перчик оставил на семена, и он такой уже темно-бежевый стал. Дальше у нас идет пхутла скорпион. Вот мелкие все собрал, чтобы они не мешали большим дозревать перцам. И вот, блин, зараза, смотри, опять гниль. Такой перец нормальный. Даст, не даст семена, неизвестно с этого. Вот так-то очень даже хорошо. Вот мыл, не мыл, блин, там не достает. Надо щеткой, губкой мыл. Вот. Это у нас хабанера. Эти вот были на земле. Пришлось их собрать. Красный хабанеро. Вот они. Классные перчики. Это у нас халапеньо джимбо. Блин, такие классные перцы. Я думал, что они немного поострее, но они как бы всего на 2000 сковелей, до 2000. А так классный перец, смотрите, прям дубина. Очень сочный, толстые стенки у него, обалдеть. Так, вот у нас тоже пхутла скорпион, но это с другого куста. Плоды технической спелости у него светло-зеленые почему-то. Я думаю, они поменяют цвет, не поменяли. Так, дальше у нас вот они, нага випер. Ну вот эти вот прям красавцы большие. Они до 1 400 000. Пхутла скорпион до 1 200 000. Хабанера, конечно, да, там 350 000. Халапушечки 2 000. Сам под бежевый до 1 000 000. Вот Prima X Butch T. И там тоже дофига, десятки плодов, штук 30 еще висит. Видите, какой пупырчатый, сильно пупырчатый перец. Это, да, карамель. Он похож на карамель, не на шоколадный. Видите, как отличается. До 2 000 000 единиц. Как бы в характеристиках чесночной фермы. Вот шоколадный хабанера. Без плодоножки его сорвал. Это куст второгодник. Как бы теоретически он должен быть острее, чем обычный хабанера. Но он как бы это самое, да. Не 500 тысяч единиц. 500-600 тысяч до. Скорее всего, наверное, 150-200.
Вот дуплет X с другого куста. Эти маленькие, лучше их маленькие сразу убирать, чтобы большим не мешали созревать. Но они быстрее созревают, чем большие. Да. Кракен Скорпион до 800 тысяч. Так, вот это вот у нас Хабанера Лонг. Длинный красный Хабанера. 400 тысяч примерно. До 400 тысяч. Но, опять же, могу сказать, что 100 тысяч, ну, 150. Вот Кракен Скорпион. Похож на Тринидад Маруба Скорпион. А тот более темный и поменьше немножко размером. А вот эти мелкие надо сразу забирать. Севенпот Бургунди и их старший брат. Ладно, хоть этот перец никто не укусил. Сейчас вот дозреет, как бы это. Такие. Класс. Насколько он большой, даже по сравнению. Приличный размер. Все бы такие перцы не были бы, да. Он тоже до миллиона сковелей. А вот как бы Тринидад Маруга красный из Твери, но это не Тринидад Маруга красный, ну какой-то сверхострый сорт, шоколадный или коричневый, на Севенпота не похоже. Что еще может быть за сорт? Блин, вот даже теряясь в догадках, ну такой, блин, вот фиг его знает. Джапш, не джапш. Посмотрим, кострота, попробуем. Все расскажем и покажем. Но, в принципе, вот такой улов. Да, ну вот одни халапеньо Джимбо больше, чем все эти остальные перцы. Да, кстати, надо посчитать. Севенпот бежевый. Было собрано 95 плодов. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. Где-то, да, 114 там, ну, 115 штук. При том, что еще на этом кусту там просто, ну, сотня точно есть. Огромное количество перца. Он хоть и маленький, но за счет количества берет. Там в прошлом году были в два раза больше этого по размеру. Даже где-то была фотография. Ну, вот так вот. Сегодня кое-что попробуем. Да, вот. Хабанера лонг бежевый должен быть, но он мне, я когда сеял, перепутал его с Дуглас X, ой, не, блин, дьявол шоколадный. Короче, вот, резкость навелась, и опять гниль вершины, откуда, блин, плодовая гниль берется вообще, уже штук 5 перцев, вот у него какой, три грани. Надо будет посмотреть. Походу, это дьявол шоколадный. Блин, опять шоколадный. Не шоколадный, а желтый. Ну, вот так. Всем пока. Выращивайте. Они очень классные перчики. Острые, но такие ароматные. Особенно, когда полежат день в разрезанном виде. Аромат становится такой мягкий, приятный вообще, ну просто класс. Обалдеть. Также заходите, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!
До новых встреч!